Встреча первых лучей солнца, путешествие сказочных персонажей и первенцам Нового года посвящен новый выпуск семейной передачи «Телемамы». Смотрите сегодня в эфире «Арктик ТВ» в 20:00. В первом выпуске 2017 года знакомимся с новогодними детьми, рожденными под бой курантов. Очень долгожданный мой подарок. Долго мы его хотели и ждали. Встречаем первый рассвет на солнечной горке и провожаем полярную ночь. А солнце, что вы ждете? Ждем. Потому что должно взойти оно. Ну, где-то оно взошло же. Вместе с мамой в декрете Евгенией Гусевой листаем книги из фетра и создаем необычные аксессуары. Сегодня мы будем делать из фетра украшения для маленькой принцессы. Отправляемся в путешествие с синим вертолетом из сказки мурманчанки Екатерины Панфиловой и рисуем фантазийный Мурманск, город будущего, с участниками проекта «Ангелы среди нас». Смотрите сегодня в 20:00 на Арктик ТВ.